Бля, как же лагает YouTube, это ужас. Какой же классный звук на начало. Какой же классный эмбиент. Мне нравятся вот такие вот томные звуки, растягивающиеся. Взлом жопы. А вот, спасибо, что привели. Спасибо большое безумному дяде за подарок. Нажмите продолжить или загрузка. Добрый вечер, Night City. Сегодня мы Здорово, Night City. Мы начнем с новостей биржи. Как всегда. После очередного нападения на штаб-квартиру Арасаки в Night City... Ломаем. Да я. Обычная норм, сменка. Даже премию дали. Саунд. Киберпанк и топы, как игра. Ой, спасибо большое, Сэмэн, спасибо. Ей премию дали. Взял, блин, сделал и сломал. Спасибо тебе большое. Мне эмбиент нравится. И само окружение здесь. Гендиректор компании Юринобу Арасака уже эвакуирован из американского офиса в Токийский. В свете этих событий могу вам посоветовать только одно, друзья мои. Продавайте. Продавайте. Пока еще можете. Мне-то не рассказывай. У нас не будет возможности... А, блядь, ебать, это не то. Бля, где последний этот? Последний танк в Night City, это оно? Пока мученик, давай, дружище, доброй ночи. Вот это что ли? Дезинтеграция. По ком звонит колокол? А вот. Оно? Окей. Да у меня с автосейва типа сработали. Господи, и ты думаешь вслух? А? Вслух? Что? Или не то? Иди и сделай что-нибудь. Или не то? Наверное, вот здесь вот. Угу. Ты в этом костюме пойдешь на свой главный... Бля, опять не тот, да ёбаный стыд. Бестия, блять. Вот, возле Азарсаки, вот это то. Вот это то. Давай, Нуйнер, доброй ночи. Давайте, ребят. Так, сыгранная роль. Это оно? Или мне позвонят. Привет, Night City. Я, может, даже скучал. А во. Ого, какой уви голос в оригинале. Ни хрена себе. Опа, во сколько кайфулик тебе еще предстоит. Зависть даже, за это чиним. Ой, блин, Самэль, спасибо тебе большое. Сам ломает, сам чинит. Но настоящий ремонтник. Спасибо огромнейшее. Огромнейшее спасибо за поддержку. Благодарю. Ты сможешь меня спасти? Это шутка? Very funny. This is a prank. Not in the mood, if so.
У Ви лучше голос, чем в Ру озвучке. Намного. Прям намного. Пёсий город. Пёсий город так себе место. Dogtown. Chunk of Pacifica, ex-territorial. Lord of the Lands one, Kurt Hansen. International arms dealer. Corpos give it a wide berth. I skip anything? Nope. More or less on the button. Ты меня не убедила. Put it plainly, you know me, I don't know you. Вам норм, чуваки, типа, ну, я лучше считать. Not exactly bursting with excitement about this plan. I'll explain everything and prove I can help you. Right now, though, I'm begging you, V. Norm? Dogtown's main gate. Be there as soon as you can. I'll make contact again then. Насколько V, типа... This is one elaborate haze. Насколько он по-другому ощущается как персонаж, это просто пиздец. Она вам прям вообще прям по-другому, вообще прям по-другому. Че, может сразу поехать? Блять, мне говорили, что надо делать сайды, потому что у тебя не откроется типа вариации концовок других, правильно? 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 Я думаю. Пиздят. Ладно, тогда поехали в Пёсий город, мне интересно. Бля, я уже забыл. Где мое любимое радио? Оползень. Оползень. Игра Full HD, нет, 2К, дружище. Кроме шуток, я 2К играю. Ну, вам передается как Full HD, блять, камон. Типа, Twitch же пока не ввел 2К 4К стримы. Я играю в 2К, вам передается 1980. Поэтому у вас может быть все меньше. Но я компьютер себе для 2К собирал гейминга. Поэтому у меня и Ryzen 7950X, там вся эта история. Она по сравнению, ну, типа, в сравнении с 7800X3D... У них даже разницы нету. 2К именно. Или 7850 3D, я не помню как. Хотел спросить про гибкую смазку, что по отдельности сделать или в одной дефлейс без фона? Мне кажется, по отдельности сделать, чтобы можно было спамить, короче, одного и второго. Типа они вместе танцуют рядом. У тебя ком вообще для 4К? Ну, со стримом 4К тяжеловато будет. Да все, иду, блядь, иду. Блядь, да ебаный в рот. Не повезло. Как насчет Тарков Арены 4К? Добро пожаловать. О, ебать, у них классный логотип вообще. Такая кошечка чисто. Нужно найти Сайку. Зайку. А, это дог, это собака, блядь? Похож на кошку, если честно. Ебать. Смотрю, Диссоза 3 корпуса на детство, крепанки, вспоминаю, как мне хотели продать челлендж 18 года с хорошим ценником, но хорошо, что я полез в историю этой машины. В Америке нашел инфу, что увезли после Тотала, их и загрещенили. А сейчас на чем ездишь, дожди?
Азиатка? Your nervous system took a big hit. Broke down. Racing heart, cold sweat. It'll pass. Ugh. You got no fucking idea, lady. Бля, как же хорошо звучит Ви, а? Бля, чё я сразу в английской не играл? I know about the bomb ticking in your head. If I could disarm it now, I would in a heartbeat. You'll feel better any second now. V, something stinks here. Think she's fucking with the relic. How in the... Ебать! All true, Johnny. But don't you fret. We're both safe. Охуеть! No, fuck off. Both of us on the biochip protocol at once can trigger shots for V, like you just saw now. Gotta cut you off. What for the... your safety, for V's safety. Ебать! To meet him for now. He hears you fine. Just can't talk back. Ты, наверное, нетранер, блять. Together. You gotta be a net runner. Damn good one at that. Guilty as charged. Ее можно трахнуть? Relic's cognitive protocol to dial in. I see and hear what you do. Just now, I'm on board Space Force One, sitting right across from Rosalind Myers, president of the new United States of America. Жалко. The president? Fuck. I... А, ебать, она, это даже не она. Ебать. Serious. Yes. The plane's been hacked. Trajectory set for Night City. They'll bring us down to Dogtown soon. Our comms are down, most likely jammed. The relic was my only option. Классический вопрос. Бля, мрачновато звучит. Heavy shit. I'm really your one contact? You're my last and only hope. The president's life, her safety, that's your top priority. She'll survive the landing. Dogtown, not so sure. You'll need to get her out of the plane before anyone else does. This guy's a schmuck. Said you could help me. That the plain truth? Just got a taste of my abilities, I believe. There's more. Можно ли трахнуть президента? Once and for all. Бля, это было бы очень круто. I know how much I'd really love to believe you, but... I know, V. You've hit a dead end. Nowhere to turn. Been there. Believe me. Consider this, an advance. Your relic's crowded with clusters of corrupted data. I'm done with that. Making room for stuff that'll actually be handy. Such as... Типа... Militech combat's off. It's just lying around, gathering dust. С обновой можно станги. Уже до этого можно было ловить жизни. Чё, как тебе, кстати, первый раунд? Катаюсь на каршеринге, просто решил вложить деньги и подкатить себе на хату. А у тебя не своя хата? Вы получили доступ к дереву способности биочипа, чтобы усваивать умения. Связанные с ним, можно получить очки биочипа, которые применены только к этому дереву. Они доступны в термалах Милитеха, разбросанных по всему городу. Термалы... Терминалы будут... Блядь, термал, у меня уже станция, нахуй, головного мозга, блядь. Терминалы будут появляться на вашей карте, когда вы приблизитесь с ним. Ага, похуй. Чувствую покалывание на пальцах. Feel a tingling in my fingertips. Kinda nice, actually. Oh, it goes a lot further than tingling, trust me. Now listen, what I gave you is the skeleton soft, but the firmware's fancy. It'll learn, grow with you. It'll improve if you get data. Combat analyses, logs of legendary ops, shit that make the NCPD piss its boots. Look around Dogtown. Gotta get there first. Main entrance is a no-go. You don't have an entry pass, and I don't have time to produce a fake. You'll slip in the back way, quiet as you can. We really don't need anyone spotting you, scanning you. Better not regret this. Leave it to me. I'll make damn sure you won't. I'll be right beside you, as much as I can. Так, загружать на чип Росаки сот Милитеха, это как на MacBook поставить винду. Первый раунд, когда, как любой первый раунд, если ты не понимаешь, потеешь, нервничаешь, нужно получаться. Тебе понравилось? Это самый главный вопрос. Тебе понравилось?
Ебать, нахуй вход искать. Garage. There, past the fence. See it? Smugglers used to use it. Now it's your turn. Try to sneak in. Maybe distract the guards. I don't know, something. Да, хочу. Сейчас у меня 50-50 стоны, хочется 100% свое, отдельно начинает свою семью делать. Ну, это база. Это, кстати, база. Как я тебя понимаю. Но свое жилье, знаешь, типа, это пол счастья. Еще ремонт впереди, бро. А это вообще отдельное веселье. Мне тут посчитали, сколько будет стоить полностью дизайнер для квартиры. Я даже нахуй думать об этом не хочу. Блять, чё я как пуська, особенно на настройки с базовой отделкой в МСК. Базовую отделку хоть можно сделать, типа. Хотя, наверное, лучше, наверное, все-таки черная квартира. Там хоть все сам. Все сам. Eyes peeled. Look for a way down. А на сколько часов DLC-шка, ребята? На сколько на часов? Look for a maintenance room. Bet anything you'll find a power source inside. Недолгое. Ну я тоже так думаю, часов на 10, типа. Если на 10 часов, то это уже хороший DLC считается. Ну, мои, по моим меркам. Got an access point, but no power. See if you can restore it. It's the only way it can be of any use to you. Turn something on. Nice, V. Exactly what we need. Не больше 10 часов, тем более, что ты сайт делать не хочешь, а просто спидранишь. Ну не спидраню, иду по основной. Ancient. No, proto-ancient protocols. Ну, пройду, я думаю, что-нибудь. Need to ping one of our sats. Let's see which active Dogtown network links to this infrastructure. And putting in a back door. Ready to roll. Hop on the platform. I'll guide you to the garage from there. Hang on. Okay. Bullock hack first. Then you slap the muzzle on Johnny. Now you bring some piles of scrap metal back to life. Serious trickery, all. Ладно, может тянусь. B, I'm an NUS intelligence analyst, trained under the best peeps in the biz. You took me on because around age 13, I got the local ripper to sell me a beatable deck. Barely left the net since. I got noticed. The rest is history. Got a feeling story's incomplete. Likely longer, more twisted. Песи город, добро пожаловать. Apologize up front for the quarry, but I gotta ask. Compeki Plaza heist. Why? Почему ушел Compeki Plaza? Бля, ну из-за друга. We worked together. Gig was important to him. And he, He was important to you. He didn't make it. He did not. От лутности там очень много одежды высыпет. Я, наверное, скажу очередную вещь, но раз DLC про шпионов, то все откровенно звездят, как предатель на ЦК. Да, это всегда база, никому нельзя верить. Никому. Уж что-то хочется. Блять. Think so. You need to hang tight for a sec. By the way, must have gotten old by now. All in a faded rocker boy around. Strikes me as tiring. Со временем привыкаешь к нему. Heard about a chum had a blade stuck in his faceplate come the end of a gig. Kept it.
Said it gave him character. Сейчас, секунду, гайс. Story. Peeps get used to all sorts of shit. Not everything, though. And not all of them. Один момент. Fuck me. V, President Myers wishes you the best of luck. Вообще, как она? How's she doing? Awful nice of you to ask. I laid out the details of our plan. Typical Rosalind. Keep me apprised, she says calmly. Just sitting there, sipping her gin, looking through her agenda, postponing meets. Woman's unshakable. Классный президент получается. Глазучка очень офигенная, Денси, она только левелапнулась. Типа, в озвучке есть пару веселых моментов по типу Гудкова или актерского мастерства Дениса ВЛГ в одном из сайда. А ВЛГ озвучил Киберпанк? Да? Да? Так, сейчас, секундочку. И тут по комиксу надо. Угу. Белгард дом сетов сочищал. Прикольно. Прикольно, прикольно. Grab the riskiest gigs I could find, learning as I went. The hard way, usually. But sometimes, a few times, I really pulled off coups. Anything I'd find on BBS gossip feeds? Biotechnica in 63 or 4. Fermentation facility in Oregon. Off the grid. Блять, я все прослушал. Про что они говорили? Я просто, мне нужно было срочно отвлечься, на минутку буквально. Про что они пиздели? Вкратце. Нет, не слышал. Там какой-то взлом. Sensing a buzzer. But you're nowhere near impressed. No, no. This is my impressed face. Так, история этой мадамы? Что там, если коротко? Да, сори, я думал... Надо было, короче, срочно на минутку. Мерились спецнами про свои заказы крутые, ясно. Про взлом жопы. Hang on. Careful. They know you're here. Might be looking. У меня есть ствол. Ствол Джонни Сильверхенда. Hop in. I'll do the rest. You'll be in Dogtown in a minute. Try to steer clear of Hanson's goons. Goons should be the ones avoiding me. You're on Hanson's turf now, don't forget. Hanson тут царь и бог. Hanson was an officer. Militech. Militech, значит. Tail end of the Unification War, his unit was tasked with taking 19. They managed to secure a foothold in the southmost pocket and... Здорово, Ильна, привет. Refused to demobilize, lay down their weapons, founded Dogtown instead. Пёсий город. Created one conflict for another, basically. Поменял одну войну на другую. Hot or cold. No better way to make a buck. Война принесет деньги, это правда. Любая война. Ребят, сейчас один момент, сейчас приду. Один момент. Посидите тут с Ви. Посмотрите на стену. Один момент.
Так, алло, я вернулся. Гайс. Я взял просто поесть, потому что я понял, что я очень-очень. Ты где стул? Я призрак. Он сам меня отвез. Неплохо. Лифт сам поехал. Магическим способом. Давай, Даркси, хорошего вечера. И тебе тоже. Всего самого хорошего. Это я, да. Угу. Зачем катафан? Что такое? Да боже, расслабься, старина. Это и есть Пёсий город? Это что, ёбаные трущобы? Плохо, что нету субтитров здесь. NCPD, gang wars, not in Dogtown. Taxes, who the fuck needs them? In Dogtown, I keep your business safe, as long as you... Аж ми кредит. Кончимо за... Ти, докончимо пузній. Ау! На каком они пиздят? На польском? Клиента. Чего шукаш? Гармонии, медитации? На польском. А может, того, что все? Mamy vana pełnego przygód dla umysłu. Intensy dla każdego. Nichuja. Polaki. Ty mnie лучше не зли. Настроено у меня все. Это разрабы? Mm-hmm. V, been meaning to ask, how bad is it for you? Насколько все плохо? Да, тем более, да, настолько, что супер. What's it look like? Here I am doing some mystery runner's bidding, chasing down the NUS prez in NC's meanest corner, all 'cause I caught a whiff of hope, and I know. Means I'm either crazy or desperate, right? Wrong, V. It means you have the guts to keep going. It's hard, I sense that. Mm-hmm. But you're fighting, in spite of it all. Nice to hear. Hope you're right. Chin up. We're in this together. There is that. Подожди. А где субтитры? В звуке, да? А
А где субтитры, пацаны? Окей, нет, другой вопрос. Не где субтитры, а где настроить язык озвучки? Доступности? Ой-ой-ой. Тамель, спасибо тебе огромное. Огромнейшее спасибо. Благодарствую. Так ладно, тренера озвучку. Она норм, если зочится понять, что говорят. Но если так я читаю. Атмосферу, лучше английская. Мое мнение, не настаиваю. Выпускник по выравниванию. Спасибо тебе огромное, дружище. Спасибо тебе огромное еще за 2000 рублей. Благодарю тебя за поддержку. Спасибо. Так, спасибо огромное. Субтитры для радиопередач. Уровень сложности нет, управления нет. Размер текста, наверное, сделаем побольше чуть-чуть. Да, побольше. Как в кино. Ну, конечно, как в кино. Ну, короче, ладно. Коротко, озвучка нейронкой, хуета. So no time to waste. You gonna help or not? Relax. Putting a word to the right ease. Then Hansen's gotta give his nod, or your shit'll go even deeper. I can pay. I will pay. Хотел бы я тут жить? В мире киберпанка или здесь именно? All right. Time you got up on the roof. The hell for? For the view. And I'm not being coy here. I mean, you'll see where we land, literally. Именно тут? Пока не знаю еще. Надо посмотреть больше мир. Сейчас город увидим. Точнее, пёсий квартал этот, блядь. Выглядит как ебаные трущобы. Да ебаный свет. Problem after problem. You keep breaking shit. Heck, here's tottering on his last feeble legs. Or you hack rough and the hardware don't like it. Finally, pop in. Elevator's roofbound. FYI, we're about to cross into Night City airspace. Residents holding up? Well, she's calmly, coolly securing her documents. Third or fourth time, mm-hmm. though, so I'm clearly not the only one who's stressed. Eh. Во. Во. Нормяо. Нормяо. Мяу, нормяу. You made it. Good. Что делаем? What now? The calm before the storm. See that? Бля, когда хотел перед девкой понтануться, типа, понял? Когда хотел перед девчонкой, типа, показать, что ты крут. Before the storm. See that? It's us. Space Force One. We're descending. In for a rough.
Oh, fuck. Whoa, what's going on? Ловушки, ловушки. Выпускай, блядь! Songbird! God damn it! Holy shit! Shit, shit! Fuck me! Здорово, Жук, привет. Ой-ой-ой-ой-ой. Привет, почитал твою рецензию на Киберпанк. Здорово, здорово, Чиби. Я знатно подгорел с концовок, как и половина сообщества. Теперь жду твоей реакции на конец песиков Blood Trail. Спасибо тебе большое за 1500, спасибо тебе огромное за поддержку, дружище. Как твои дела, во-первых? Рецензию написал? Да. Но мне сказали, что DLC меняет вообще, типа, все, посмотрим, посмотрим. Я, честно, все, мое мнение пока вот непонятно, типа, что будет, но я жду. Спасибо огромное, Чип, за поддержку, спасибо тебе большое за 1500 и здорово. О, ебать. Спасти президента. Они сделали как челы, которые... Нет, и сейчас, если не будет никаких субтитров, то значит... Блять, как называлась студия, которая делала Сусиму? Блять, мне нужна машина, блять. Окей, I'm back. Songbird. And now, land it safely. Shit, Songbird. Thought you might have. Fuck. Yeah, I know, I know. Songbird the cat. Бля, ужасное место. Alas. I made sure to get Myers to the safe room before I ejected. Run to the wreckage bay. Save her. Right. On my way. Just be careful. Hansen said his goons. You need to hurry. Damn, I got a plan. Find Myers. It hurts a Liz Crescent. It'll be the safest spot in downtown. Right. I'll be in touch. Godspeed, B. Ух, ебать! Ебать. Я понял, что задание на время, я понял. А чё ж я сразу-то не спешил? Как же Сандевистан меня вручает? Я понял. Случилось дерьмо. Ready, steady. Enemy backups on the way.
Бля, ебать тут экшон такой, пиздец. Прям лютейший экшон. Да, музыка тоже балдёж, вообще все балдёж. Deep breaths. Nothing's for sure. Let me scan around. Keep moving back. You'll see a safe room. I'll pop the release on the door. Ух, блядь. Oh, fuck's sake. Let go! If I do, you'll calm down? It depends who you are. Relax. Songbird sent me. And you are? Name's V. Apologies. I had to be sure it was really you. Нихуя себе президентик, ребята. Let's delta before. Ну да, давайте еще полчаса попиздим. Damn it! They just won't let up. Давайте еще часик попиздим, там постоим. Когда за нами погоня. Блять, да ёбаный свет. Почилимся. Да ёбаный бродик, блядь. Заебал. Нет, не заебал, не заебал. Подвинься, сука. Let's go, let's go. Я, кстати, поел, гай, сейчас вебку рублю. Здорово. Я наелся. Здорово, здорово. И здоровки. Конечно, нахуй я перегружен говном, да? Так, тут есть классная функция, называется разобрать. Вот эти вот легкие пулеметы, они весят целую тонну, буквально.
О, бля! А мы и не думали. На. Это пиздос, блядь. Songbird, are you there? How's the cinch? We're alive, both of us. Mm-hmm. Now listen, head for the vacant building on... Elizabeth Kress, got it. Give me some credit. It's the best place to lay low. No heat signatures, so it's empty. Mm-hmm. No soul inside. Now get moving. Пошли. Господин президент. Got Songbird on comms, she's fine. Found us a safe house nearby, too. Songbird. Had started to worry. I suppose I forgot she always lands on her feet. A crazy luck, both of you. Ой-ой-ой, ребята. Так, бля, кто сломает, тот пусть сам и чинит. Или я не знаю. Я все сказал XDD. Спасибо большое, Самель, тебе еще за 500. Спасибо тебе огромное, дружище. Спасибо прям большущее. 890. Почти закрыто, грубо говоря. Спасибо большое. Огромное. Бля, а где мой пулемет? Все, я его бросил. Ну это минус, типа. Я с ним шел, он, блядь, внезапно куда-то исчез. Это не нормис, ребята. Это не нормис. Это же был не легкий пулемет, правильно? Это же был не легкий пулемет. Прыгал и выронил. Some fucking nightmare. Ну похуй. My people dead. All of them. Because of me. Возьмите себя в руки. Ну и что? Блин. Джерихо, спасибо тебе тоже огромное, дружище. Ребят, спасибо большое. Что-то вас киберпанк тянет на донаты. Я вот сколько играю в киберпанк, блять, постоянно. Одно и то же. Каждый божий раз. Спасибо вам большое, ребят. Спасибо. Я очень вам признателен за поддержку. Благодарю. Теперь красота, да. Тоже красиво. Спасибо огромное. Ну как я не понимаю, что все серьезно? Это значит, Хансен had help. From Washington. Спасибо, ребята. The NUS government is aware of the crash, no doubt. They'll have sat mapped it. Seen us hit the ground at Dogtown. Unless... Красивый, но неровный. Hansen spreading his agitprop lies. По факту больше было в атаке титана. Но атака титана вообще было пиздец. Хансен это типа чел, который в пёсьем городе заправляет, правильно? Ну он же, который из милитеха, который основал этот город.
fuck. Да ё-моё, ребята. Все, я буду с телефона дальше смотреть. Чиби, спасибо. Всем покеда. Вагрант на страже стрима. Моника на страже Йокерги. Вагрант, спасибо тебе огромное. Ой, Вагрант, блядь. Чиби, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое за 1500. Спасибо тебе огромное за поддержку. Благодарю. Что там, ребят, красивое число, да? Бля, вам нужно успокоиться. True. Got no idea how deep this shit goes myself. Do know, though, that falling apart won't help. Keep it together. Only way you'll survive. I'm afraid yanking my emotional bootstraps won't cut it. Let's give it a shot anyway. Я в ахуе, насколько Ви вообще по-другому ощущается. Насколько он другой. Потому что когда ты играешь, блядь, в России, в русской озвучке, да? Wait a second. Damn it. Что такое? Когда ты играешь в русской озвучке... If Hansen's got someone inside in Washington, that means I'm traceable. Wherever, whenever. Вырезать что-то. I have a subdermal tracker. It needs to go ASAP. It's near an artery that's best not nicked. I'll need your help. Бля, чуваки, будет больно. They say pain's a deal between body and brain. You can break it, throw the pain away, bury it. Whole lot of horseshit, but we're out of options. Carve away. Сейчас вы исчезнете из радара, блядь. Offline in a millisec. Next stop Greenland, and your new buckwheat tilling life. Wish it were that simple. Yeah. Wait, same. Is that drone? Finish up, quick. Cover now. Да, действительно, ебать она прочитала. Прочитала ситуэйку. Ситуэйку. I'm here. Right on time. You in one piece? For now. Can't say I'll stay that way. You need to get to the top of the building. Ранка осталась, ну хорошо, got хоть так. Songbird on comms. Says we gotta climb higher. Русский VP же имха, даже чате пришлось скрыть телефон ради этого сообщения. Ты знаешь, Чиби, он ощущается, я вот что хотел сказать, в английской озвучке он не ощущается, как будто он пиздюк. Он ощущается, как будто он уже крутой парень. А в русской озвучке он ощущается, как, типа, такой сорванец такой молодого, типа, молодого характера, вот. Понимаешь, про что я говорю, типа, что я имею в виду? Поэтому я вот такого мнения, что в английской озвучке он ощущается по-другому. Мне больше нравится. Вот. Погнали. Kurt's hounds have caught your scent. You need to move. Delta time. Let's go. Бля, чувак там какой-то писал, типа, ебать, тут столько одежды много. Охуеть, одни платья беру, пацаны. И здесь сейчас будет вам показ мод, блядь. We'll ask our guardian angel if she can get this elevator moving. All's okay, your end? Where are you operating from? Well, not from a cool, comfy ice bath. God knows what I get for that now. I'm nearby, though. Just had to find a new nest. Мне больше показалось, что русские более интеллигентные. А басуман какой-то гопарь. А мне наоборот кажется, что он типа в русской пацан. А здесь он какой-то прям такой. Sorry, V. My magic's no good here. Пойдем в обход. But we need power. There's a maintenance shaft with a fuse box nearby. Follow the scaffolding. Says I need to turn the lights back on. Might take a minute. Impressive. I wouldn't mind meeting your Ripper Doc. Опять одежда. А нет, компоненты. Компоненты. Модный приговорчик. О, там кепка была. Так, погоди-ка нахуй. А чё? Почему она не отображается? Потому что у меня опять ебаный гардероб. Как же это делается, говно, блять? Комплект одежды.
Как-то вот его здесь выключить надо. Да. Сейчас все Джонни настоит. Ушанка. Балаклава. Какой-то шлем. Шапка-гондонка. Че, блядь, ебаный в рот. Че тут еще есть? Броник. Футболку я еще не нашел никакую. Ёбаный в рот. Сутенерское, блядь, пальто женское. Бля, выглядит это все просто отвратно, нахуй. Бля, я не знаю почему. Я не знаю почему, но мне это все просто нахуй не нравится, блять. Просто не нравится. Русский актер озвучки больше нравится, потому что ситуация как с Шреком, плюс родной язык, роднее как никак. Может быть. Какая нахуй розовая шуба? Надо в белую майку, рваное трико. Тогда будет вообще супер. Еще майку в жиру, чтобы была. В жиру, типа, от еды. Тогда будет вообще классно. Lousy place to get stuck. Just one way to find out. What's the probability a random passerby noticed a moving elevator in an abandoned hotel? Right. Платьице бы докинул, да, для приличия. If they've sensed us already, the place will be swarming in no time. Бля, отвратительный город, кстати. Great reason to move on and keep moving. My thoughts exactly. And mine. Just stay calm and keep quiet. Не паникуем, не шумим. Let's go, baby. Baby. Hold. Drone on your left. Из-за какая женщина, блядь, совершенно мысли же женский шмот. Пиздец, блядь. Something best avoided. Restaurant. Subnet access point in there. If you jack in, I can inject some fake hostile readings. Send the drones chasing after geese. Doable. А в курсе, что мы еще на бусте сегодня пойдем, газики? Заебал этот ёбаный стелс. Где автомобиль? Вот этот? Сейчас угоним, блядь. У меня уже лагает жестко, Джеймс Броди. У меня вообще очень жестко лагает ебаный YouTube. Я вообще в ахуе.
Бля, ну пикни хоть разок, заебал ты. Че, лагает на ютубе? Просто страница очень долго грузит. Прям вообще люто. Бля, надо все это отстрелять нахуй. Как бросить-то, блядь? А, выбери любое другое оружие, да, точно. Давно не играл, блин. Давай на тачку едем. Все нормально, все под контролем, блядь. Я все сделаю нормально. Не доверься мне, госпожа президент. Доверься. Доверься мне, просто доверься. Нам нужно было скинуть погоню. Не нашел, блядь, вход. Реально киберпсих. Все говноеды. Да ёбаный в рот, блять. Настоящий солдат, увидели, потушить 300 врагов оружием дальнего боя. Класс, спасибо. Спасибо, я настоящий солдат. Confirm suspect presence in the area.
Отличная игра, ребят, замечательная игрушка. Просто, ну, вот игра года. Откатапультировала нахуй. Вальгалу, блядь. Замечательная игра, суперская игра. Как всегда, CD Projekt, молодцы, ребят, молодцы. А, блядь, ну ладно. Looks clear. Finally. Nice change. Погнали. Тетя. Опять ушанка всякая. Всякая, сука. Хуета. Did you all loot this place? You all? First time I'm here. Likewise. And if I never make it back, it'll be too soon. Пёсий город. Тёть, поехали. Поехали, тётя. Здорово, Рейна. Какие нашел на компе майнера, только что удалил его, проверить себя достаточно на ютубе, найти хоть какое-то видео про то, как удалить майнер с ПК, не шиза. Чё, бля? Чего, блин? Здорово, здорово. Здорово. Looks like a kind of museum. A museum of wishful thinking. Where the rich bought and sold so many unfulfilled dreams. Короче, майнер закрывает браузер, и ты ищешь то, как его удалить. No need to delay. Не понял, блять. Чё за бред? So quiet. Feel free to ask her about those exhibits. Really wonder what she'll say. Ну, кстати, Ви в балаклаве звучит классно. Что я об этом не подумал. Он выглядит, блядь, весьма забавно. Авиаторы, кстати, не видно на маске. Недоработка, я считаю. А в Таркове видно. А в Таркове видно, блядь. А в Таркове видно. Вечерние туфли, вечер в лесу, блядь. Вечер в лесу. Нахуй мне этот, блядь, вечер в лесу, объясните? Нахуя он мне? Как будто во двор себе пришел. Забавно же. A gilded monument to a certain someone's bloated ego. Takes one to know one. Чей это памятник? Кому? Отель по комплекс Eventide. Songbird, got a sitch. Сойка. Ее зовут Сойка. On it. Oh, the lock jammed. Gotta brute force it, B. Time to roll up your sleeves. No need. Three, two, one. All right. Head for the elevator, just across the room. Там одежда лежит. О, блять. Это не одежда, это там. Блять, почему в игре нет фонарика, кстати?
Почему в этой игре нет фонарика? Нет, я не смотрел синематик. Нет, не смотрел. Нахуя мне ебучее платье? Блять, на что эта игра мне намекает? Секс с президентом? Ты бы хотела секс с президентом, Моника? Только честно говори. Okay, here goes. С твоим президентом. Shit. Bastard's caught up to us again. Songbird. Hey, bad news this time. Всем сам, ну конечно. Assault incoming. You probably got spotted outside. Either way, get ready. What now? Got a surprise for our guests. Making the final adjustments now. Myers, we gotta engage him. Song's on the case. Сука, в Сандовистане не попал, блять. Не, я не качаю смс заново. Я так ебу. Солянку. Что это, блядь? Химера. Боевой робот. Ебать. Неплохо. Химера классная. О нет, только не это, блядь. Перезарядиться, блядь. Songbird, what's with you? What the hell is going on, V? Dunno. Song's having a fit or something. Бля, она бы сдохла, вы видели? По ней там целая очередь нахуй прошла, блядь. Она, блядь, умерла. Она не рек, как в Таркове. Блядь, подожди меня, блядь.
Быстрее, быстрее, блядь. Fucking move, damn it. There, got it. Elevator on the way. Stay low till it gets you. Блять, быстрее! Блять, чуваки, бывает такое, да? Когда, короче, в лифт заходишь, типа, и стоишь, пока ждешь, думаешь иногда, блять, сейчас какой-то зайдет чел в подъезд, нахуй, и зарежет тебя ножом, блять. И ты ничего не сможешь ему сделать. И ты смотришь на это табло, типа, и ждешь, пока лифт поскорее быстрее, быстрее приедет, а потом быстро в лифт заходишь, нажимаешь на кнопку и быстрее уезжаешь. Было такое у вас хоть раз? Не было? Соболезную. Надо из дома просто выйти, ребята. Бля, за вами никто ни разу не ходил такой, типа, странный? Вот вы, вот когда ходите ночью там или куда-нибудь, вот поздним вечером, когда вообще нет людей, никогда не было такого, что за вами кто-то идет? Бля, это очень стрёмная хуйня, на самом деле. Не было, я не в Усинске живу. Быстрее, быстрее. Я и есть тут странный чел. Здорово, безумный дядя. Нормально, как твои дела? Казуально. Сделали бы они на разные кнопки, чтобы хвататься. Было бы лучше. Это как-то казуальненько чуть-чуть. Казуальненько. С работы только пришел, заебался. Блин, выздоравливай, блять, от работы. Тяжелая болезнь. Контент хорош, да, очень много экшена. You're not dying on me today. Было, когда ножницы в руках держу, и как бы глаз не выколоть, а с лифтом не было. Все как DLC стоит денег. Но пока прикольно, но непонятно. Спасаем президента. No. Я уж тебя успел поблагодарить. Guess not. Right. Средняя сложность казуальненько? Казуальненько. И да, я казуал, и что? Что ты хочешь мне этим сказать? Я играю в станцию 13, блядь. Вся моя казуальщина в остальном перекрывает это все. Блядь, химерка, не надо! Конечно, могу ходить. Бля, 940 патронов, нахуй. Минуточку, секундочку. У меня происходит новый пистолет-пулемет.
Целевая винтовка говно. Снайперки тоже говно. О, блядь, нихуя себе. Мне казалось, она немного слабенькая. А, блядь, лазер ебучий. А, сука, как с ППШ хуяришь, блядь. За дедов, сука. Бедная химерка. Хороший был робот. Хороший был робот. Увы. Safeguarding the nation. My ass. Close call that. Good team. Бля, так непривычно без Джонни. And luck. A pile of luck me. Вообще прям. There has to be an exit here somewhere. Задницу президента уже заценили? Прошло сканирование. Но для старушки, ты знаешь, даже очень неплохо. Ну, типа, в таких штанах. Это вообще, это, я бы сказал, даже, блядь, не дурно. Очень-очень. Блядь. Найти вход в туннель метро. Так, а это что? Наверное, это вход в метро. Старые киберпанки для Беки. Ханака 80 лет. I just hope this won't be a dead end. Songbird said to keep to the tunnels all the way to Elizabeth Crest Street. Это было бы круто, если так долго жить. Zero. Dead quiet. Still. Come on. Блять. Нихуя заговорил, ёпта. Заговорил, блядь. Ну я тоже так. Я бы тоже так. В инглише. Hold up, V. Let's pause. Давай. Think for a sec. What's eating you? I don't like this. Can you try calling Somi again? Okay, gonna give it a shot. Beat a songbird. Starting to worry us, girl.
Да, да, доводилось. С французами доводилось общаться, с итальянцами доводилось общаться на английском. Доводилось, Я уверен, что с тех пор, кстати, Джонни, блядь, наконец-то вернулся. Я уверен, что с тех пор я English как бы уже так. Короче, как сказать? Я уже намного больше уровень апнул. Я уверен. Ну ты понял. So, did you reach her? Nothing. No response. Shit. What happened back there? Я даже с черными американцами, блядь, в усинске общался, вы не поверите. All I know is she lost control of the Spider-Mech all of a sudden. Она из-за Джонни потеряла контроль. Huh. Putting it mildly. She was simultaneously wrestling down the Chimera, monitoring the situation. Staying in touch with you. Still, it is strange. You know, no net run comes without a burn risk. No. Impossible. Так а что ты, Дойчман, удивляешься? У нас тут американские компании есть. Ну, до момента, до всей санкции они еще были. Сейчас они поуходили, понятное дело. Что ты, блядь, удивляешься? Somi's had occasional off moments lately. Temporary slumps. Французские, блядь, были. Ну, все было, типа. Шумберже, там, Хэлли Бёртон. Все это было здесь. Вьетнамцы тоже здесь есть. Где есть нефть, там есть большие страны, ребята. Усинский? Ну да. Это все здесь было, бро. No heat sig. Should be relatively. Не, китайцы-то остались, но у нас китайцев нету. Вот прям китайцы. Вьетнамцы еще есть у нас. Остались. Вьетнамские компании. Could use a little help. Of course. Совместно вьетнамская, российско-вьетнамская. Это был важный этот, поважный поправку. A damn fork? Well, we didn't account for this. Which way now? Thoughts? Куда лучше? Hmm. Let's try this way. Looks promising. Cameras? Here? Hansen's a military man. He lost control. I see these balls in here. Look for a valve. Да, не делаешь, что с тобой ночью с ножами ходили? Это ж... Никто там с ножом за мной не ходил, блядь, не выдумывайте. Просто ощущение, как будто странный какой-то чувак. Как будто он сейчас вот-вот зайдет с тобой в подъезд и что-то с тобой сделает. Он сам ходил? У меня, кстати, никогда не было ножа. Блядь, что-то хуёво вишки. That jealousy I'm detecting? Please. Jealous of what? Чё-то вообще вишки супер хуёво. V, are you? One sec. It'll pass. See? Better already. What's the matter? Are you hurt? Yeah, could say that. Old wound. One that literally has you on the floor. Я меня убивает чип Росаки. Got a experimental Arasaka biochip in my brain. It's killing me, literally. Somi says she might have a solution. Wait. You're talking about the relic. That'd be the one. The secretive tech someone stole from Arasaka. On the day Saburo lost his battle with mortality, no less. Bingo. So that's how she could reach you. It also goes a long way toward explaining the nature of your deal. I appreciate the candor.
Seems it's all for one and one for all if we're to survive. Угу. Бля, ребята. А вам не кажется все это немного странным? Как будто спланировано. У меня есть четкое ощущение, что что-то, сука, здесь не то. И Сойка эта ебаная куда-то пропала, блядь. Expecting more trouble? Tonight? I expect nothing but... А это точно вообще президент? Ну да, бля, у нее там и чипы были, и всякая такая хуйня. Okay, this is us, Saith. Блять. Король Пентаклей. Король Пентаклей. Таро значение. Так. Король монет. В прямом положении король указывает на ответственного и надежного человека, который заботится об окружающих. Ему не свойственна лень, он все время трудится и двигается своим целям. Это может быть ваш более авторитетный и мудрый коллега. А перевернутый? Перевернутое положение карт означает похоть, склонность к безделью и торгашеству. Ага, но это точно не про это. Is the place? I'll cover you. On three. One, two. Pitch fucking black. Where are you, Zomi? Huh. No spunk on me. Вы панки, чат? We'll have to sit tight. Though I assume we'd rather not sit in the dark. Power would be useful. We could also get the radio up and running. What? Can't miss our daily dose of fear-mongering? Сегодня начнем сопрано? Да, сегодня смотрим сопрано. Вот буквально сейчас эту миссию закончим, наверное, перейдем к сопранке. I'm gonna change out of this mess. High time. Тебя потом две серии посмотреть. Into those filthy old rags. These filthy old rags won't be smeared all over every TV and terminal screen in the city. Блядь, ну у меня такой президентский костюмчик, пиздец, типа. Have a look around. Похуй, что она старая, она выглядит охуенно. Пусть меня задавят танком, все равно умру я панком. База? Я, наверное, в классе шестом думал, что я панк такой, типа. Не такой, как все, блядь. А потом я чуть повзрослел. Проголосовал бы за нее? Наверное. Attempted postmodern art. More like a home-cooked generator. Maybe we kickstarted. Literally. Ага. А сам самого Джонни кто? Ну, озвучил Киану Ривз, правильно? Sure, but seeing as we got a lull in the lead pouring down on us, listen, got a bad vibe about this. You? Понятно. Вот, кстати, Джонни, сука, опять прав, но вот реально нас давно... Давай нас... поговорим. Да подожди, Джон, блядь. Ты там определись, на английском, типа, или на русском, блядь. Ты определись, дружище. Создай пока трансляцию. Блядь, ну ты прав, дружище. Makes two of us. Gig's got too many twists and turns. Songbird, S-tier netrunner, promises a panaceum, a cure-all, then gets wiped off the map. Во, ебать, он мне вообще из башки говорит. Вообще. Myers, shady politico, got a dagger thrown at her back all the way from Washington. Mm-hmm. Who by and why? Fuck if we know. Oh, plus Kurt Hansen and this fucking Sam launcher.
Just Preem. Got this hot, itchy feeling in my groin. Like someone's not fessed up to something. Бля, согласен, дружище. One thing's sure. Plotwin's Mariana Trench deep. Вообще согласен. We'll cobble together the full picture, piece by piece if needed. More like rest in pieces, us both. Anyway, let's get this power sitch sorted. Хорош. Я, ребят, создам пока. Создам пока. Рано. Первый сес. Создам пока трансу, блять. И будет бесплатный, гайс. Бесплатно. Бесплатно. Слышите, нет? Бесплатно. Пока потихоньку залази туда. Анонс ТГ дам уже как закончу. Мы еще не закончили. Это как с экспансией, да, до весны? Слушай, Клан Сопрано вроде очень хороший серик, типа. Прям очень хороший. Прям очень. Да, можете пока, ребят, потихоньку залетать, кто пойдет на бусте. Не забывайте на записи бусте, пожалуйста, лайкосики ставить. Надо активчик, активчик. Больше активчика, гайз. Он там может и хорош, но если он не разбавляет, заебет. Да хуй знает. Не хочу переключаться одно на другое. Ха, ебать она выглядит, кстати. Ха, реднек, бля. Ха, как бомжиха реально. Бля, не, рано праздновать. But I won't let a good thing go to waste. Housewarming gift from Songbird, maybe? Wouldn't it be wonderful? Yeah, водически попью. And circling back to Night City, speculative chatter continues tonight around the downed passenger craft. NUS representatives claim President Rosalind Myers was aboard when catastrophe struck. City officials have yet to release any statement. However, one all too familiar figure did decide to speak out. Kurt Hansen, the self-proclaimed leader of Dogtown, called a press conference earlier today to offer his take on the situation. I'm being framed, isn't it obvious? The NUSA has been out from my blood for years. Now I'm not without flaws. But another thing I'm not is suicidal. An attempt on the life of the head of the NUSA. What transpired in Dogtown is no trivial matter. I urge you all to consider the true motives behind this spectacle. The NUSA will take any excuse it can get to send forces into Dogtown. And will they stop there? No. You, good people of Night City, are next in the fucking line. Shit. Mark my Fuck words. This. Troglodyte's clever. Maybe too clever for his own good. Он все просчитал. You're half dumb. Jumping on the media train, hollering war's coming. And it's all the NUSA's fault. Well, you sure know how to cheer people up. Some mysterious party's out to trigger war. An attempt on my life's a damn good casus belli. Так покажите, да, что вы живы. Tell Washington know you're alive, ASAP. Ah, call Washington without knowing who'll answer, friend or foe. Or should I go outside, give Hansen snipers a big thumbs up? No, V. Neither's an option. Mm-hmm. Hear that?
footsteps. Songbird? Maybe. Can't be sure though. Бля, ну тут такой, знаешь, все в стиле таком боевичка. And lights that work. No. This doesn't feel right. None never does what you does it. Fucking killjoy. You want an angle on hands? Бля, ещё им поотрезаем нахуй яйца, блядь. Hey, we need to eliminate them. Come on, man. Let's have a look around. I'll be damned. Fuck this. Let's go. Move it. They didn't leave me a choice, whoever they were. That's two fewer problems down the line. Tough but necessary. Yes. Yes, Jacob you're right. The bodies. We really should do something. I saw a chute in the hallway. Да, конечно, нахуй нам лишняя угроза, блядь. Another problem solved. Don't know about you, but I've about had it with today. Tomorrow will come quickly. I need to rest. Here? What if more like them show up? That chute's not going anywhere. You serious? Come on. I think I've had my fill of surprises. Так а что, может, на матрасике того, блядь? Radio silence. She's never gone dark this long. Troubling, to say the least. Да, говно место. Can't wait here forever. Place seems safe, but that could change in a flash. We need to wait. It's all we can do for now. If she doesn't show, well, then. Две бубы, бестия или президент? Бля. Let's table it. Ну президентша посимпатичнее бестия будет, кстати. Президентша посимпотнее. У нее черты лица круче. Surreal. All of it. What's that? I'd have been home by now. Reading the evening brief, glass of water and two sleeping pills, waiting on the night table. Doesn't sound like you miss it much. Hmm. И молодее лет на 200. See you in the morning, Faye. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Так, ладно, ребята. Я считаю, что время идти на бустю. Мы прошли первую миссию, я так понимаю. Спящий агент. Пока что сложно что-то сказать, пока что сложно дать какое-то мнение, да. Пока что супер боевичок, без какой-либо понятки, вот. Но Чувиха нам сказала, что, ну, я тебе могу помочь. Вот я могу тебе помочь, я могу тебе вылечить. Но если честно, пройдя киберпанк, уже и имея какое-то базовое мнение, мне кажется, это все, блядь, сплошное наебало.